компания «Техномаш» реализует мульчеры. Навесное оборудование на трактор для чистки заросших участков от растений. Мульчеры работают через вал отбора мощности трактора и перемалывают всю растительность в мелкую фракцию. Есть две модели, одна шириной 120 см, стоит 115 тысяч сом, другая шириной 150 см, стоимость 135 тысяч сом. Звоните и заказывайте по указанным под видео телефонам.